Вот тебе вход. Осторожно, там я тебе не помощник, пойдешь самостоятельно. Связь брахли. Экранировано. Сзади. Придворный врач. Так что не волнуйся, я не галлюцинация. Ну что ж, найди мою лабораторию, ладно? Я знаю, что здесь настоящий лабиринт. Но в этом ты видишь и суть. Чужаки должны будут избегать. Честно говорю, где-то здесь просто поручены больше солдатами. Пытаюсь навести порядок. Ужас. Заходи. Располагайся. Только ничего не трогай. Здесь ценные научные экспонаты. Я закрою за тобой дверь, на всякий случай. Прости, что не приветствую лично. Так безопаснее, понимаешь? Я, видишь ли, ищу лекарства от нашей чумы. Медленно, правда. Подобных мало. Только эти бедняги, замеги, плохие времена настали. Пардон, минутку. Ты определенно можешь мне помочь. Сказал же, не дергайтесь, бабуля. Копию с пометками Ди. По идее, она в дворцовой библиотеке. Так что, боюсь, придется выйти наружу. Поможешь? Лифт доставит тебя прямо в дворец. Держишься. Мне жалко бедных охранников. Я, кстати, тоже числюсь в Омеге. Начинал врачом в армии, а потом был приписан сюда. Позор. Элитные бойцы, а такая печальная судьба. Yeah.
Да ты же не в курсе, что такое отряд Омега. Это тайна. Но кому сейчас такое дело? Природное подразделение королевской семьи. Вас застали врасплох. Первый ключ бункера. В каком-то смысле, они теперь его охраняют. Надо было верить им, доктор. Come on.
Пациентку не действуют известные успокаивающие настои. А чем это я? Прости, я немного рассеян. Ах да, Ди. Джон Ди был ученым, алхимиком, натурофилософом. И все на службе у Елизаветы Первой. Его и в шпионаже обвиняли. И Ди пытался предупредить нас о заразе. Прости, надо бежать. Упреком молвил Ан. Книга Гесснера. Надеюсь, это не отняло много сил. Дай-ка. Напоминает машинки ребят из Омеги. Просканируй-ка больного парня. Но проведи полное сканирование. Нужно выделить зараженную железу. Изумительная штука все-таки. Человеческое тело. Человек умер, а тело еще борется с заразой.
разве не чудо? Так и знал. Сначала придется прикончить. Прекрасно. Теперь в шприце синтезируется вакцина. Весьма опасный яд. Хватит всего на одну инъекцию, но потом можно будет найти нового донора. Я прошу добыть вторую книгу. Студио Контаджиони. Изучение инфекции, написанное самим Ди. Это большая редкость. Но я знаю, что у Рона Фридмана на Бриклейн есть копия. Рон — это один из воронов.